Виноград Конкорд. Один из самых вкуснейших виноградов. Без косточки. Без косточки. Это самое главное преимущество. И имеет, знаете, такой тонкий ароматный вкус земляничный. Ну, он на самом деле положен из этой самой, из Изабеллы. Элемент Изабеллы в нем есть. Прочувствуется, но... Ну, надо... очень легкий, тонкий. Да, да, да. И самое приятное, что абсолютно нет эрудиментов, косточки. И очень обильно. Посмотрите, какая растет. Мы все время чеканим сверху. Это невероятная сила роста виноград, как и каюга. Это американцы, надо сказать, прекрасные селекции. Очень хорошо приживаются на московской, Подмосковье, земле. О, обильный. Ну, грозди примерно 800 грамм, до килограмма. Ну, надо сказать, кушать их лакомство. Достояние людей, которые хотят стать небожителями. Подписывайтесь на канал Топсад. Сажайте виноград. Хороший, крупный, большой. А если у вас растет плохой виноград, не выкорчевывайте его, а переделайте прививки и в мае, и в июне. И окулировки можно делать и даже в сентябре. Всегда у вас будет полная чаша изумительного, прекрасной ягоды, которая легко может превратиться и в благородное вино. Имейте в виду, вино – это не алкоголь. Вино – это еда, которую кушают с большим наслаждением и видя радость в глазах ваших друзей, которых становится с каждым разом все больше и больше. Удачи на даче вместе с Конкордом в придачу!